Всем привет! Меня зовут Мария Миронович, и вы на канале «Как похудеть». В своих видео я рассказываю о том, как вести здоровый образ жизни, снижать свой вес, ведь я похудела уже на 43 килограмма. Сразу отвечаю на ваш вопрос, это произошло за 2 года. И, конечно же, я делюсь с вами своими простыми, очень вкусными и полезными рецептами. Сегодня мы с вами приготовим суп, потому что на прошлой неделе мы с вами составили рацион. Это видео вы можете посмотреть вот здесь. Посмотрите, там очень много полезной информации. Давайте теперь посмотрим, что нам понадобится для нашего простого супа, который мы будем готовить в одной кастрюле. Больше посуды мы пачкать не любим. Мои рецепты все такие. Супчик у нас будет сегодня грибной, поэтому я уже почистила 250 граммов шампиньонов. Приготовила 420 миллилитров фасоли в томате. Фасоль у меня белая, я ее использую вместо картофеля. Также мы будем добавлять 90 граммов булгура. Именно столько булгура у меня оказалось сегодня. И, конечно же, добавим лук, морковку, сладкий перец. И нам понадобится 2 столовые ложки растительного масла. Я использую подсолнечное для того, чтобы пассеровать овощи. И самая обычная соль. Кастрюлю я сразу ставлю на медленный огонь. И наливаю 2 столовых ложки растительного масла, чтобы оно разогревалось. Первым я нарезаю лук. Нарезать я его буду кубиком и сразу отправлять в кастрюльку. Отправляем лук в разогретое масло. Он уже начинает шкварчать, это отлично. Сейчас его немного помешаем, чтобы он равномерно распределился. И будем нарезать морковку. Пока лук уже аппетитно шкварчит в кастрюле, я сначала морковку нарезаю вот такими пластинами, а потом буду нарезать мелким кубиком. Отправляем яркие кубики морковки пассероваться вместе с луком. Сейчас я еще хорошенечко перемешаю, чтобы все равномерно прогревалось. И будем нарезать сладкий перчик. Перчик я тоже буду нарезать кубиком. Сначала нарезаю его на полоски, а потом на кубики. Я люблю, когда именно в этом супе перчик поменьше, для того, чтобы все вкусы отлично равномерно смешались. Добавляем красивый сладкий перчик. Еще раз перемешиваем. И наступает пора разобраться с грибами. Грибы я нарезаю не мелко, потому что суп у нас грибной. Вот такими пластинами. Самое время добавить грибы, которые я нарубила. Вот такими крупными пластинками. Сейчас мы добавляем грибы. Еще раз перемешиваем. И будем пассеровать все вместе 3-5 минут. Все овощи у нас и грибы уже пассеровались. Пора добавить булгур. Ему тоже немного нужно побыть вместе с овощами. И следом я добавляю фасоль в томате, которая для нас будет являться заменителем картофеля. Теперь я, конечно же, еще раз все хорошенечко перемешиваю. Томлю пару минут. Слегка перчим для того, чтобы перец отдал нам весь свой богатый аромат. А острота ушла. И еще я сейчас по вкусу солю. Я потомила пару минут все вместе, за это время все вкусы, ароматы смешались. Пора добавлять воду, я добавляю 2 литра. Перемешиваю, закрываю крышкой и варю на среднем огне до готовности. У меня это занимает 10 минут. Наш аппетитный супчик готов, давайте скорее наливать его в тарелку. Благодаря большому количеству овощей, булгуру, фасоли, суп получается очень густым, сытным, наваристым. А грибы придают восхитительный аромат, потому что я с нетерпением ждала, когда супчик скорее сварится, и я смогу с удовольствием пообедать. Конечно, такой суп замечательно есть с большим количеством зелени. Сегодня я использую свежую петрушку. И какой грибной суп без ложечки сметаны? Я сметану добавляю обязательно. Теперь в вашей копилочке есть еще один простой, быстрый, очень вкусный рецепт, который замечательно подходит для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, снижают свой вес и просто не любят много времени проводить на кухне и пачкать много посуды. Поэтому теперь грибной супчик вы знаете, как еще можно приготовить без картошки. Очень вкусно. Кстати, для того, чтобы вы могли внести разнообразие дополнительное в ваши обеды, вот здесь сейчас появится плейлист. Посмотрите, там огромное количество простых и быстрых рецептов. А вот здесь появятся еще наши новые, классные, полезные и очень вкусные видео. А с вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, приятного аппетита!